Привет, друзья! Ура! Привет, команда! Мы Как снова слышно? С вами. Ставьте плюсики быстро, быстро, быстро. Время. В темпе. Отлично. Спасибо большое за обратную связь. С вами сегодня Лилия Донскова. И Михаил Булавцев. И мы привезли новости с конференции Сочи, которая проходила с 25 по 28 сентября. Вернулись буквально вчера уже в 12 часов, наверное, без 11:30 ночи. Ага. Давайте с самого начала. Улетели мы 25-го, у нас было 2 перелета. Друзья, напишите, пожалуйста, пока мы будем рассказывать о себе, о своем путешествии, напишите, пожалуйста, что у вас произошло за эти 4, не знаю, сколько, 5 дней. По нашему ощущению, как будто уже буквально 2 недели вечность прошло. Да. Поэтому напишите, пожалуйста, что у вас произошло за это время, а мы пока расскажем, как прошли наши путешествия. Mm-hmm. За эти дни мы 4 раза летали на самолетах. Мы обогнули, я не знаю, сколько мы пересекли километров, тысяч километров, то есть мы побывали... Суши и морей. Саратов, где мои пальцы? Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи, Москва. Воронеж, Саратов. Вот такой вот у нас был маршрут. Суперски. Ну что мы успели, ребят? Мы, когда нас заселили, все очень круто, быстро, организация обалденная. Отель «Азимут», отелей было очень много, разные города, регионы в разных отелях жили. Вот. Времени, конечно, мало было, но мы прям вечером сразу быстренько сориентировались на местности, посмотрели отель, оббежали все, нашли себе компаньонов, с кем мы будем тусить. И мы взяли себе сразу путевку на Роза Хутор, потому что у нас была мечта Красная там Поляна, Роза оказаться. Хутор. Да, именно вот на Красной Поляне Роза Хутор. Это вообще, это бесподобно. Мы вот на этих в таких вагончиках подвесных мы ехали на высоту... Канатная дорога. Да, по канатной дороге на высоту 2300 метров над уровнем у моря. И тут как раз на фотке мы там стоим. А это пик вообще. Друзья, поставьте пятерочки, кто следил за нами в соцсетях, кто смотрел фотографии, видео, которые мы буквально пару штук успели выложить. Одно из которых вот «Приветствие солнцу», как я за Лили подглядывал. Ага, молодцы, потому что мы, конечно, мы сами фотки еще не видели, ничего не смотрели. 60 гигабайт фото и видео. Поэтому перед нами еще большое количество работы для сортировки и в соцсети, чтобы залить все эти фотографии. Ага, круто. Ну вот смотрите, мы побывали в таком месте, которое я бы причислила к самым ярким местам на планете, которые мы уже посмотрели. Роза Хутор я не забуду никогда. Это действительно что-то невероятное, где действительно ты преодолеваешь и страх высоты, и восторг, и буйство природы. Ты смотришь в необыкновенном ракурсе с высоты буквально до птичьего полета. И вечером, смотрите, мы когда вышли на лоджию, у нас вот вид из нашего окна. Вот если посмотрите вдаль, видите, там светится такой замок красивый. Сейчас я вам точку такую покажу. Вот видите, вот тут вот, в этом месте. Видно? А, вот смотрите, то есть буквально вот мы вышли из отеля, это очень близко, ну где-то минут 7 ходьбы, мы перешли дорогу и оказываемся в Сочи парке. Сочи парк. Это огромный парк аттракционов и развлечений, который компания Oriflame арендовала на приветственную вечеринку лидеров компании Oriflame. Все 4000 человек могли вообще бесплатно, абсолютно на любых аттракционах, на любых развлечениях там что быть... хочешь, кушаешь, пьешь, да. Там столько всего вкусного. Мороженое нам делали. Один... Тоже видео выложим. Да, один очень азотное известный мороженое. Человек, да, он делает азотное мороженое прямо у нас на глазах. Это просто что-то невероятное. Мы накатались на разных карусельках, вообще вспомнили детство. Это такое состояние потрясающее, как будто мы оказались в волшебной сказке. И, наконец-таки, я смог Лилю уговорить на один из аттракционов, который я ее уже уговаривала несколько лет. Начиная с Питера, с путешествия в Питер. Столб называется. Ну, вот тут нет на фотке, да? Ну, потом расскажем, покажем. Фотографии есть столб. И аттракцион называется, как посмотрели уже по карте, «Лидер на высоте».
После данного аттракциона Лили сказала: «Хочу еще». То есть мы два раза катались на данном аттракционе. Ну, страшно, невероятно вообще. Но ощущение восторженное. Я когда оттуда вышла, я визжала, прыгала и скакала. И всем говорю: «Идите, просто попробуйте это». Это очень кайфово, просто невероятно. Обязательно попробуйте. Действительно, лидер на высоте. Я после этого аттракциона поняла, что уровень бриллианта, это надо сделать, это просто фигня. Если я залезла на такую страшную штуку, то это просто невероятно. Ребят, ну что я вам хочу сказать? Вот еще раз, масштаб. Осознайте масштаб этого мероприятия. Компания Oriflame арендовала Сочи парк на весь вечер. И туда никто не мог зайти, только по нашим бейджам. Где бейджи, Миша, вещал? Да? Только по нашим бейджам. У нас, видите, там гора. Мы только сейчас вскрыли чемодан. Мы даже вчера приехали ночью. Мы первый день спали 5 часов в номере у себя. Вторую ночь мы не спали. Просто мы не спали. Я не знаю, да, вот по таким бейджам можно было только пройти. Они именные. У каждого такие классные, лидера. Их надо было носить все время, чтобы нас везде видели, что это мы. Так это круто. Осознали масштаб, ребят? Просто вот. Пока мы катались, развлекались по парку, свободно передвигались. Йохан Розенберг, Юрий Михайлюк, Дмитрий Кваша, то есть все руководство, с которыми мы, конечно же, фотографировались, кого могли найти на таком огромном, на такой огромной территории, кого могли увидеть. То есть все в открытом, свободном доступе. Вообще очень круто. Давайте двигаться дальше, потому что у нас много новостей. На следующий день утром уже была конференция с 9 утра до 15 часов. Ребят, мы впитывали в себя еще раз мощь компании, убеждались, что мы лучшую компанию выбрали на свете. Вообще равных, аналогичных компаний нет. Это единственная компания, которая вывозит уже два раза своих менеджеров на конференции. Ни одна компания такое не практикует, чтобы бесплатно менеджеры увидели все красоты мира. И это была конференция очень динамичная, интенсивная, столько новостей, все так быстро. Да, пожалуйста, Ален, все в твоих руках. Буквально у нас потом было 3 часа, чтобы нарядиться, собраться. И да, нас везде доставляли на трансферах, то есть мы нигде даже не ходили. Чё? И я хочу сказать, как раз после Ледового дворца, где у нас проходила конференция, после Адлер арены, где у нас проходил сам гала-ужин, мы первая делегация, первая конференция, столь масштабная после Олимпийских игр по количеству людей, которые проводили свои мероприятия вот на этих площадках. Представляете? То есть, когда у нас в 2014 году были Олимпийские игры, 2014, 2015, 2016, то есть за 3 года после Олимпийских игр мы первая организация с таким масштабом, с таким размахом. И я уверен, что после нас еще вряд ли наш рекорд кто-то побьет. Ну, что было на гала-ужине? Во-первых, мы сейчас фотки обработаем, выложим. Там так красиво. Фотки, вообще, видео. Это невероятные красоты. Вот само фойе было оформлено. А самое интересное, что даже в парке аттракционов везде было все оформлено в стиле Oriflame. Ящички были. Все аттракционы заклеены Oriflame. Да, то есть все было запленено, везде Oriflame, Wellness, там компания, как будто бы это наш личный парк. Вот такое было ощущение. Тот дворец, который вы видели на заднем плане, где мы фотографировались на фоне дворца Сочи парк, он тоже весь был украшен иллюминацией, символикой Oriflame. Вообще, вы знаете, вот такое чувство, что это наш личный парк. Мы там себя так круто чувствовали. Вот. А на гала-ужине, ну, это просто нечто. Вы знаете, где вы увидите столько красивых людей? Нарядные, шикарные, с прическами, в бальных платьях. Мы с Мишей тоже отличились, мы шили на заказ себе костюм, вы видите, в голубых тонах, чтобы выглядеть, да, так пара, мистер и миссис Oriflame. Вот, очень круто, вы знаете, было приятно, к нам столько народу подходили с благодарностью за наши уроки, видео обучающие, с нами фоткались, тоже наверняка будет в интернете много фотографий таких вот с нашим участием. Это, конечно, ну не то, что приятно,
невероятно, ну вообще круто, очень круто. Непередаваемо. На гала-ужине тоже это, как всегда, развлечение, поздравление. Что меня поразило? Ребят, когда вызывали бриллиантовую команду, по всем столам пронеслось, знаете, как будто люди все одну и ту же информацию сказали в разных точках зала, что раньше на банкетах, на конференциях даже не было столько золотых, как сейчас бриллиантовых. То есть настолько много людей за 1, за 2 года выполняет квалификацию бриллиантовый директор, что это просто становится нормой жизни, что скоро уже бриллиантовым это, ну, надо становиться за год, будет такая норма, понимаете? Когда всех поздравили бриллиантовых директоров, то есть бриллианты, старший бриллиантовый, дважды бриллиантовые директора, сцена была заполнена Битком, мы были в битком, да. шоке То есть такое просто. огромное количество бриллиантовых директоров. И практически все бриллиантовые директора – это семейные пары. То есть Семей. И нужно все. работать, семейный бизнес развивать. И знаете, вот все выступали на конференции, ребята, на гала-ужине. Все говорят, что мы работаем с теплым рынком. Все онлайнщики, при том, что растут в основном онлайн-команды, но работают все с теплым рынком, ребят. Просто обучение, сопровождение, встречи идут по интернету. За счет этого у нас, точнее не у нас, а вообще за счет этого 4, 5 и даже 6 званий были номинации такие за год, закрыли за год лидера. Мне просто там челюсть Представьте, 6 отвалилась. званий, посмотрите на лестницу успеха, даже если сначала начинается с директора, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, какой там Старший бриллиантовый. старший бриллиантовый директор за год? Круто? Ребята, это реальные люди, абсолютно простые, обычные домохозяйки выступали. И в основном, вот кто становится директорами, ребят, то многие выступали, девчонки, и говорят, я сидела дома в декрете, никого не трогала, и тут мне стало так интересно, а как это работает. А мне, знаете, вот несколько буквально месяцев назад я заметила, что есть такая директор Евгения Горских. Видели? Мы с ней там Конечно, познакомились. все ее видели по ее Ну, семинарам все же смотрят, как бы. «Работа в Одноклассниках». Вы знаете, она к нам приперлась прямо за стол. Я говорю, это кто? Я слышу голос знакомый, а лицо не могу понять. Она такая там нафуфыренная, тоже нафоткали с ней. Мы с ней болтали на целый час, а она рассказывала, как она Подожди, ходила. подожди. А сидели мы втроем на двух стульях. Да, она к нам влезла. Миша, вы знаете, она говорит, как я искала Орифлейм. Я, говорит, просто и в офис к себе в городе пришла. Говорю, мне надо маркетинг-план посмотреть. А не садись чай пить. 40 минут, говорит, меня чаем с плюшками поили. Потом я встала, говорю, дайте хоть каталог. Они, ой, а каталога нет. И я, говорит, ушла от них. Они, говорит, даже не зарегистрировали меня. То есть она несколько месяцев бегала, искала в интернете лидеров, бегала по офисам своего города, и ее никто не мог зарегистрировать. Представляете, это вообще, вот, я даже угорала. Вот. И в конце концов кто-то, говорит, репост сделал на Басюк Ирину, ее страничку. Я, говорит, к ней прям зашла и написала, что Ирина, я хочу работать в Орифлейм. То есть сама попросилась, сама все делает. Вообще, конечно, она боевая. Планерки, говорит, провожу на мате и в чате матом могу написать. То есть я, говорит, очень грубая, при том, что она такая хрупкая, невероятная. И она говорит, вы знаете, люди нормальные. Да, ну кто-то не выдерживает, выходит, ну и фиг с ними, они бы все равно ушли. Кому надо, они там матерцом поддам жарку, все сразу тын-тын-тын-тын-тын. Поэтому, ребят, да, вот разные лидеры бывают. Еще с девочкой с одной познакомились, она с нашего филиала, мы ехали вместе, она работает помощником судьи. То есть ей нельзя вести бизнес, у нее зарегистрирована мама, папа, она ведет за них Катя? Оксана. А, Оксана. Да, Оксана. Саткарская она, Саткарская. Вот, и она, я просто слышу, кто-то сидит, прям разговаривает и таким прям матом кроет конкретным. Я подхожу, говорю, это ты, говорю, кто вообще? Она, ну, вот так-то и так-то. Я говорю, слушай, ты такая матершинница. Она говорит, ну и чё? Я прям, как, говорит, вставлю своим пистонов. Они, говорит, у меня только так работают. То есть лидеры все разные. Есть очень скромные, такие, знаете, вот как мы с Мишей, белые, пушистые. Есть очень грубые люди, да, резкие, такие прям вот, ну, как в армии строят. Знаете, растут все, то есть независимо от уровня подготовки, от того, какой человек. Ну, это просто вам рассказываю пример, что, как бы, люди бывают разные. Это очень круто. А Ольгу Полякову помните, которая снимает
шикарнейшие ролики. Взлет, да, проект взлет. Предприниматели взлет. Тоже, наверное, полчаса мы... В фойе встретились. Общались, да, с ней, с ее супругом. И тоже видео сняли. У них видео скоро выложат они. Общались с друзьями, с семьей Гифнидер, Артем. Старшего бриллиантового они закрыли. Да, их поздравляли. Поздравляли с той премией. Они говорят, фу, мелочи, мы хотим еще больше. Поэтому... Поэтому, ребят, знаете, вы не смотрите вот на себя и не надо никогда думать, что, ой, я, наверное, не смогу, потому что я не такая там или не такой. Девушку, извини, перебиваю. Девушка из Белоруссии тоже видео сняли, выложу. У нее 4 детей, 2 из них... Будет фотка. Я расскажу. Давай, все молчу. Ребят, то есть вы смотрите, да, на себя и развивайте свои сильные стороны, потому что вот все разные вообще. Есть такие вот белые пушистенькие, есть очень такие прям матерые. Вот Яна, например, да, Бельских ведет это. Мы вчера уже последний рейс, это мы на Воронеж улетали в таком прикольном самолетике маленьком. Яна Бельская, она тоже очень такая, ну... как бы сказать, резкая, да, четкая, конкретная. Вообще, ну, кстати, очень веселый, душевный человек. Вообще обнимали с ней на прощание, как с родной. Она говорит, ребята, давайте дружить, супер. Ну, знаете, вот я хочу сказать, по их команде, да, вот мы с ними везде вместе были, на Розы Хутор вместе ездили. Они все время сидят в Инстаграм, все время. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я вам потом... запишу ролик, как вот я с ней, мы с ней болтали долго, она мне показала, как она работает, прям сидела и показывала. Началось все еще в аэропорту Воронежа, когда мы улетали туда. Ага. Я даже снял фотку, сделал, когда все сидят, кто чем занимается, кто просто отдыхает, кто на кресле валяется в массажере. Я видео загружал в YouTube. А Лиля с Яной сидят... А я сразу к Янке. В Инстаграме хреначат. Лиля сразу пристала к Яне, что делаешь, как делаешь, все такое. И все, и они сидели... Угу. Сколько? Наверное, целый час вы там сидели. Мы с ней... Тун-тун-тун. Я говорю, смотри, она вот, молодец, вот это сюда. То есть она мне показала все фишки, как она работает. Так что ждите в скором времени вот. Семинара. Вот это расскажу. И вы знаете, я вот посидела, да, вот по делу немножечко подписок сделала. Не 5000, как надо, 1000. Ребят, у меня 2 человека написали, хочу вашу команду. Три. Ну, у меня уже телефоны, я говорю, давайте я вернусь, в четверг вам позвоню. Да, давайте. То есть ребята знают, что это Oriflame, знают, что да, мы работаем в интернете, они прям, я хочу вашу дружную команду. Поэтому смотрите, что важно еще, когда вы странички делаете их интересными. То есть фотки, вот сейчас с конференции берите фотографии, мы сейчас их отсортируем, загрузим все, чтобы вы могли их брать с одного места. Вы берите себе фотки, брендируйте, наша команда, мы летали, мы были. Личный бренд, командный бренд. Понятно? То есть да, это очень важно, люди смотрят, что динамика в жизни какая-то яркая, это людям просто необходимо. Ну вот, и вчера в 12 ночи мы уже... были дома, бросили чемоданы и рухнули спать, потому что мы не спали, получается, 40 часов вообще. Потому что то, что мы там в автобусе, в микроавтобусе поспали, это вообще не считается. Ты не рассказала, как мы после банкета, после гала-ужина, нас уже выгоняли оттуда на последних автобусах. Мы приехали, и у нас чемоданы не собраны вообще, потому что, ну, зачем мы будем собирать чемоданы, когда есть дела поважнее. Мы приехали, и у нас до отъезда было всего лишь 40 минут. То есть ага. Ни о каком сне, ни о каких там просто прилечь на постель, но глаза прикрыть, не было не речи. Да. Самое главное забыли сказать, что звездой гала-ужина был Сергей Лазарев. Многие из вас уже это знают. Вы представляете, Сергей Лазарев вообще, он пел, я не знаю, он все классные песни спел. Мы танцевали, все уже босиком, вообще все как одна дружная команда, так перед весело. Перед сценой ты стоишь, смотришь, там целый такой парад обуви ага. Лежит, сумок, все свое побросали. Да, он пел эту песню, там весь зал подпевал. И песню с Евровидения он тоже пел. Супер, ребят, какой зал был красивый, вот это все лазерное шоу, невероятной просто красоты. Вот честно, уходить не хотелось, нас вот реально оттуда уже просто прям, ну, пожалуйста, ребята, у вас уже мероприятие закончилось, ну, уходите, а мы там со всеми обнимаемся, целуемся, ну, круто. А теперь новости с конференции, вы готовы? Мы так сокращенный вариант вам, вот то, что с нами происходило, рассказали. Поехали. Вы знаете, я просто единственное, что вам хочу сказать, что в Болгарию вы поедете с нами, имейте в виду.
Уже, да, прям? Себе запишите. Я еду в Болгарию в 2017 году. Я даже не представляю, что будет в Болгарии, чтобы еще было круче, чем в Сочи. Не знаю. Ребят, ну смотрите, какое видение у компании Oriflame? Стать косметической компанией номер один на рынке прямых продаж. И компания к этому идет супер-мега скоростью. Потому что продукция компании, ее видение, ее мировоззрение, оно очень сейчас актуально для людей всей планеты. Продукция надежная, натуральная, прогрессивная, да, постоянно идут какие-то инновации, нововведения, разработки, которых нет ни у кого. И компания надежная. Вот это все нужно людям, понимаете? Друзья, обратите внимание, сейчас на рынке не только косметическая продукция, не только вообще продуктовые какой-то корзины. Автомобили делают еще более экономичные, экологичные, начинают электромоторы, электрокары использовать. То есть нацелены как раз на экологичность, на такое лояльное использование ресурсов, как земных, так и человеческих. Продукты. Сейчас большое внимание уделяется продуктам питания. То есть уже люди разбираются, что полезно, что вредно. Вегетарианцы, всевозможные там сыроедения тоже набирают обороты. Wellness-продукция как раз. Oriflame следит за своей, за качеством своей продукции. То есть здесь Oriflame, начинают догонять уже Oriflame по уровню развития. Oriflame этим уже начало заниматься уже практически 50 лет назад. Следить за экологичностью, то есть поддерживать такие стандарты. Поэтому сейчас Oriflame свою скорость, свои обороты значительно увеличит. Вот. И все же, как сказал Йохан Розенберг, наше предложение нужно усилиться в соответствии с актуальными трендами, которые сейчас в мире приветствуются. Будущее на стороне прямых продаж, ребят. То есть вы сейчас в классной актуальной теме, которая действительно вот... Миша, когда показывает так пальцем, я уже перестаю понимать. Почему будущее за прямыми продажами? Друзья, ну опять же, люди становятся умнее. Уже не все побегут в магазин переплачивать 100-200% всевозможным там изготовителям, доставки, арендной платы, налоги, которые мы все рассказываем в презентациях. То есть люди становятся умнее, поэтому будущее за прямыми продажами. За той же косметикой мы не побежим не в магазин, а в интернет-магазин Oriflame. За другим каким-либо средством, вещью, продуктом мы уже побежим не в магазин, а в интернет-магазин или к непосредственному консультанту, представителю. Вот смотрите, какие фокусы для роста. Это самое привлекательное предложение на рынке – красота как образ жизни. Это комплексный подход к красоте, основанный на уходе за кожей, wellness, широкий ассортимент продуктов декоративной косметики, аксессуаров, ароматов, средств по уходу за телом, волосами на любой вкус. Лучший план успеха, лучший, ребят, и сообщество лидеров как один из инструментов развития бизнеса. Про сообщество мы чуть позже поговорим. Второе – это систематическое рекрутирование и развитие лидерства. Ребят, запишите прям себе фокусы. Вот эти, на чем вам нужно сфокусироваться. То есть у нас лучшие на рынке онлайн-инструменты и поддержка от компании. Наверняка вы заметили, что компания с каждым буквально каталогом что-то добавляет на сайте, усовершенствует постоянно, делает новые онлайн-приложения на смартфоны, чтобы нам было удобнее вести свой бизнес. Четвертое. Усовершенствованный клиентский сервис. То есть, да, каталог в каждую семью и посылку, да, бандерольку буквально человек может получить домой, неважно, где он живет, в каком уголке планеты. И пятое – это наш бренд и ценности. То есть сейчас очень актуально для людей всей планеты, потому что семейные ценности, здоровье, качество жизни, да, вот этот уровень европейский, многие люди сейчас именно таким образом хотят жить и к этому стремятся. Все записали? Ребят, смотрите, этот год у нас будет проходить под девизом 3D. Да, компания все время придумывает что-то новенькое. У нас будет Oriflame в формате 3D. И расшифровывается это так. Дерзай, действуй, достигай. Запишите прям себе это лозунгом. Покажи браслетики. А я не знаю, где они, ты их убирала. Ну, на фотографиях сумочка вы уже, наверное, видели. В пакете достань, сумочки.
На полу лежит. У нас просто такой еще бардак. Миша, сразу покажи эти как это, сертификаты. Нам еще сертификаты такие классные подарили. Суперские. А, видели уже браслетики? Да, то есть мы будем их носить, сейчас прям оденем. Дерзай, действуй, достигай. То есть это вообще такая тема классная. Видите, да, вот такие вот они, силиконовые браслеты. Сейчас я их расположу. Дерзай. Вообще очень классная подборка. И у меня такие же. Супер, да? То есть, если вы будете засыпать и просыпаться каждый день с этим девизом, то у вас будет очень мощный, быстрый карьерный рост. То есть, никогда не предавайте свои мечты. И Oriflame, да, продвигает красоту как образ жизни. Потому что нельзя быть, вот знаете, как бы чуть-чуть беременной. Согласна, да? То есть, если ты красивый, то ты красивый во всех отношениях. То есть, если вы говорите людям про красоту, а сами не ухаживаете за кожей лица по специальной, да, системе, пятиэтапной системе. Ребят, как вы думаете, это считывается информация? Вот люди, да, понимают, что вы правду говорите или нет? Да, они вас даже да. слушать не будут. Если вы говорите про wellness, говорите, как классно, какой крутой wellness, он дает супер результат, а сами wellness не пьете, при этом едите фастфуд, пьете там пиво, водку, да, вот как бы там едите шашлыки безграничные. Как вы думаете, ребят, это, ну, прокатит? Если вы говорите про здоровье, а сами при этом ни разу не делали приседания, не делаете там планку, йогу, не ходите на фитнес. Самая лучшая реклама – это личный результат. Да, реклама с себя. Расскажите о том, каких результатов вы достигли, какого эффекта вы получили от использования данной продукции. А чтобы получить этот результат, нужно пользоваться. Да, я, знаете, вот просто настолько прониклась этим, мы как-то интуитивно к этому пришли с Мишей уже, ну, вот сколько мы вместе, у нас все время идет как бы одна направленность, да, и вот то, что сказали на конференции, то, что вы должны соответствовать тому, что вы говорите, чтобы... Этому подтверждение то видео, которое вы видели перед планеркой. Да, я, кстати, я каждый день занималась, да, несмотря на то, что как бы, да, отдых, отель, это не так много времени занимает. Я чуть сократила тренировку, но я делала каждый день. Я даже Мише говорю: Миш, может, в аэропорту планку сделаешь? Я тебя сниму. Он говорит: жалко, пенки нету, потому что полы грязные в аэропорту. Смотрите, ребята, у нас есть все. Все самое главное для поддержания красоты как образ жизни. Это уход за кожей, это wellness, декоративная косметика и стиль. У нас будет несколько новинок, сейчас про это расскажем. Чем мы гордимся? Нашей серии Novage. Ребята, эта разработка не имеет аналогов во всем мире. Не имеет. Она запатентована. У компании Oriflame уже около 30 патентов на научные разработки. Вы знаете, да, что такое патент? Не буду объяснять. Oriflame – победитель номинации «Лучшая научная работа косметологии 2014 года». Как раз когда изобретали Novage. Да. И у нас выступала Милена Галеди. Это старший глобальный бренд-менеджер, эксперт в области ухода за кожей и лица. Это просто невероятное было выступление, очень интересное. Оно такое позитивное, то есть мы там и смеялись, и получили классную информацию. И вот факты. Ребят, вы знаете, что серия Novage стоит не копейки, да? Это, ну, говори. Как раз про цифры. Помните, что у нас тушь 5 в 1 продается раз в 4 секунды. И вот сколько там, я не помню, саше также wellness-продукции продается. И про факты, про цифры еще один момент. Каждые две, да, причем он, наверное, бьет все рекорды там этих тушей и wellness. Каждые 2 минуты продается набор Novage. По всему миру. Мне это я и хотела сказать. Каждые 2 минуты. Представьте, стоимость данного набора какая. Мы скидывали вам сравнение с ценами на других площадках, например, в Китае он в 4 раза дороже, и все равно он пользуется такой огромной популярностью. Но это и не удивительно, потому что он дает просто потрясающий результат, просто потрясающий. И вот представляете, это такой недешевый наборчик, да, и каждые 2 минуты одна женщина становится счастливой обладательницей такого набора. Почему он пользуется такой популярностью, ребят? Потому что он работает. Да, потому что просто, да, мы видим результаты,
Нам задают вопросы, а что ты делаешь, почему ты стала лучше выглядеть, твоя кожа сияет, она подтянулась, да, и она стала моложе. Тот самый личный результат, та самая реклама. Угу. Вот, и вкратце скажу вам, что, ребят, Oriflame публикуется в научных журналах в два раза больше, чем любая другая крупная компания. Это очень дорого стоит. И не только сетевая. Чтобы разместиться в научном журнале, чтобы, да, там вашу публикацию напечатали, надо действительно достигнуть чего-то очень невероятного. Действительно, чтобы эта разработка была очень такой вот крутой. Дорогого стоит, Лили имела в виду не деньги за данную публикацию. А заслуги. А заслуги, действительно, да. Вклад. Что... Действительно ли это интересно и нужно, востребовано. Вот это, конечно, очень круто. И вот тут вот цифры, посмотрите, что в течение 10 лет было исследовано более 1600 ингредиентов на вопрос... Да, использование их в косметических средствах. Использование представляете? Всевозможных там других да, моментов. Было проведено 150 клинических потребительских тестов. Работали 100 ученых 10 лет, чтобы изобрести вот эту серию NovAge, усовершенствовать ее, довести до такого просто суперсовершенства. И уже совсем скоро, это пока секрет, выйдет новая серия. Это будет серия антивозрастная. И если мы говорим, что True Perfection дает сияние коже, коллаген выталкивает морщинки изнутри, а NovAge Ultimate Lift делает кожу более упругой, то новая серия, она будет давать плотность коже. То есть, да, взрослые женщины смогут еще отмотать назад свой возраст и побыть еще в прекрасном состоянии, просто кайфовать. И, наконец-то, мы дождались, вышли капсулы, восстанавливающие для лица с концентратом масел. То есть, там будет 6 масел NovAge Nutri 6, так она и будет называться. То есть, это у нас ожидается. Очень много будет новинок, но мы про них не будем сегодня говорить. Каждые 5 секунд в мире продается один продукт Wellness, и за последний год объем продаж превысил 6 миллионов единиц. Друзья, обратите внимание, по нашей команде с каждым каталогом процент доля Wellness у нас увеличивается. Mm-hmm. И это такая же ситуация происходит не только в нашей команде, а по всему миру. И тому подтверждение вот данные цифры. И как вы думаете, о чем это говорит? Опять же, о том, что люди становятся умнее, люди становятся разборчивее. И независимо от того, что сейчас кризис на дворе, не кризис, свое здоровье, внутренняя красота дороже каких-либо денег. И теперь часть производства Wellness будет перемещена из Швеции в Великобританию. То есть уже организация производства не справляется с теми запросами, объемами, угу, которые... поставили мы перед компанией. Компания расширяет свое производство и не где бы там, а в Великобритании. Uh-huh. И вот смотрите, вы же все наверняка наблюдали за wellness-прокачкой, которая проходила вот не так давно, был отдельно выделен, да, сегмент на сайте Oriflame, где вы можете посмотреть эти ролики, записи. И буквально несколько человек разного уровня директоров были на этом... на wellness-прокачке. И смотрите, человек, какие результаты у них появились. У золотого директора 93% рост wellness, у директора 80%, у старшего директора 74%, и у сапфирового директора 72%. То есть wellness-прокачка, ребята, она дает реально офигенный результат. То есть как это вот все делается, тоже можно посмотреть на сайте, продвигать это у себя в группе, в команде. Ну, начиная опять с личного опыта. Себя, конечно. Себя. И, конечно же, wellness – это не просто шикарный продукт, который мы употребляем, меняем себя в первую очередь, свой организм, свою, да, внутреннюю начинку. Мы просто ее омолаживаем, укрепляем иммунитет, становимся красивее, здоровее, да, и так далее, сияющий. Wellness – это еще отличный инструмент для ведения бизнеса, потому что вы можете приглашать на wellness-завтрак людей, на wellness-обед, да, да, придумать разные рецепты, которых, в принципе, достаточно в интернете, и в специальной книге рецептов wellness. Вы можете работать с wellness-ом в разных организациях. То есть это, ребят, это офигенный инструмент, да? То есть вы можете продвигать программы wellness, Life Plus –
показывать людям, как выгоднее, интереснее пользоваться этим продуктом. И, конечно же, брать постоянно рекомендации знакомых, чтобы продвигать эту тему, да, как ее расширяться за счет знакомых знакомых. Очень круто работать с wellness-сообществами. Вы знаете, как многие, да, работают, ведут дневники, там, таблички, замеры. То есть даже есть команда. Давай я начну по поводу сообщества. Друзья, скажите, пожалуйста, вы живете, вот, например, в компании, допустим, людей, которые любят употреблять в пятницу, в субботу пиво. И вы здесь ставите, вы для себя лично принимаете решение, что я не буду употреблять пиво, и, соответственно, там, по определенным причинам вы поставили для себя такую вот цель, что я больше не пью пиво. Как вы думаете, из данного сообщества, из данных друзей вы быстро, как сказать, вылетите? Или вы, наоборот, быстро продержитесь со своим решением, оставшись в данном сообществе? То есть, помимо вашего решения, огромную роль играет то сообщество, тот круг людей, в котором вы находитесь. Если вы приняли решение для себя какое-то очень важное в жизни, то необходимо искать людей, единомышленников, которые будут вас поддерживать в этом, которые не будут вас останавливать, не будут вставлять вам палки в колеса, а наоборот поддерживать, стимулировать, мотивировать. Поэтому здесь идет речь как раз о wellness-сообществах. Mm-hmm. Продолжай. Я вот читаю чат, молодцы. Катя, что такое? Однокурсники даже на ПП переходят. Это что такое? Правильное питание. А, правильное питание. А ты их переводи на wellness. Это же вообще круто, да? Создай... На ВПП. Создай... Wellness, правильное питание. Сообщество, добавь их туда, и вообще будет круто. Но я еще не проснулась, ребята, поэтому не все расшифровываю. Вы знаете, если вы создаете сообщество, его нужно постоянно поддерживать. То есть писать туда заметочки, статьи, выкладывать фотки. Вы знаете, мне что очень понравилось, то что, как говорится, здоровый образ можно вести не только летом, да, когда вот у нас там велики, пробежки, плавание, а в любое время года можно выбрать для себя направление, как вы будете показывать свой образ жизни, демонстрировать его в этих группах. Ну и так далее, да, wellness – это предложение стиля жизни, здоровья, энергии, удовольствия, поддержка на пути изменений, это классно, клубы, сообщества и группы, лояльность и рекрутирование на самом теплом рынке рекомендаций. Сейчас будем ускоряться, тут слайдов еще много. Ребят, нам есть чем работать. Нам есть чем работать, поэтому инструментов достаточно, главное их брать, использовать, использовать правильно. Далее выступал Дмитрий Кваша и открыл нам такой секрет, что вышло новое бьюти-приложение. Вы можете, уже можно, выйдет, да, загружать? Выйдет. В сентябре буквально, 2016 ну написано. Вот, буквально со дня на день. Обещали. Да, то есть это будет, в нем будет информация о наших продуктах, гид по уходу за кожей, история успеха, рецепты, подписка wellness и лучшие материалы и видео о красоте и здоровом образе жизни. То есть, да, это все, как всегда, в удобном формате, на телефоне, на планшете, всегда под рукой. Oriflame предлагает комплекс уникальных возможностей. Да, всегда хочется в комплексе получить все и сразу, а не по частям где-то собирать. Это красота как образ жизни, привлекательные возможности карьеры, дохода и интересное времяпрепровождение в клубе единомышленников. Как раз с таким вот клубом единомышленников вы и будете путешествовать по всему миру. Как вот мы съездили сейчас, да, на конференцию, ну это что-то невероятное. Вы знаете, с каждым разом конференции становятся интереснее, такие мощнее, уже кажется, ну чем нас можно удивить? Ну вроде бы, ну уже все, ну что может компания еще придумать? Нет, каждый раз что-то необыкновенное. Что может заинтересовать людей в стиле жизни от Oriflame? Ребят, да очень многое. Надо каждому человеку просто подобрать, что ему вот конкретно будет интересно. Потому что кто-то выбирает красоту, кто-то выбирает
путешествия, да, кто-то доход выбирает, карьерный рост, чтобы его печатали в журналах. Знаете, мне очень понравилось, когда Ирина Басюк выступала, она говорит, я работала моделью сначала, бухгалтером, я работала администратором, то есть у нее столько профессий, и когда ей рассказали про Oriflame, она поняла, что она может все свои профессии реализовать, да все свои увлечения совместить в одной. И она говорит, даже более того, да, стала еще больше развиваться, постоянно творчество, постоянно идет развитие. Ну вот на таких красочных мероприятиях люди объединяются и как заразиться, вроде бы это можно интерпретировать как плохое слово, так и хорошее. Люди заражаются успехом, восхищаются другими людьми и понимают, что они не отличаются от них и могут тоже преуспеть. И поэтому, когда в ваших городах проходят какие-то мероприятия, то вам обязательно нужно туда ехать. И вы можете туда взять своих родственников и друзей, где у вас, да, ваших филиалах проходит обязательно BMW. Вот у нас будет 6 октября большая мотивационная встреча в Саратове. Мы уже туда набираем наших партнеров из Саратова. Мы будем выступать там. И пройдут они по всем городам. Представляете? Вышел 22 сентября. Все правильно. Мне тоже, кажется, сказали, вышел уже. Скачивайте все вот это приложение Oriflame Beauty и смотрите. Поэтому, ребят, нужно, во-первых, самим все время выезжать, чтобы выкладывать свои фотки, с кем вы бываете, где бываете. Мы, вот честно вам скажем, да, кто-то думает, ой, ну классно, отдохнули, молодцы, ребят, мы пахали, мы, вот честно, мы там практически не спали, потому что мы общались, мы фоткались, мы снимали видео, это огромная работа, да, то есть постоянно быть такой динамике, но это для того, чтобы, да, сейчас это все дать команде, себе, как я говорю, отдыхаем, работаем, отдыхаем. Тащи сюда всю стопку. Видишь, как этот бегун. А, ребят, и у нас выходит новый инструмент, он уже вышел. И в 15-м каталоге, кто сделает заказ, уже его получит все. А мы его получили, ой, в 15-м, в 14-м. Мы его получили уже сейчас, где-то он сейчас здесь достал. Таких пакетиков нам были присланы. Все подарочки. Как приятно, мы приходим в номер, у нас там стоят пакетики. Хотя мы повесили табличку «Не беспокоить». Сейчас будем разбирать все. Целый пакет каких-то вкусняшек. Видели? Ой, аж все выпало. Именные сертификаты о том, что мы являемся участниками конференции в Сочи. Вот он, журнал. Он такого формата, то есть он удобный. Он... Вот смотрите, сравнивать с миром Oriflame, то мир Oriflame вот такой большой, видно? А этот журнальчик, он поменьше чуть-чуть, он очень красивый, шикарная бумага, да, в нем сделана. И что вы будете с ним делать? Ребят, вот вы можете просто дать этот журнал почитать кому-то из своих знакомых, и они узнают о компании, о бренде Oriflame наиболее полно, мотивационно. Да, и вы всегда его можете носить с собой в сумке, потому что очень удобный формат. И каждый человек увидит многообразие Oriflame и что-то возьмет для себя из этого. Да, увидит баланс, как можно соблюдать баланс внутреннего и внешнего. И что в нем будет? Это статьи, которые формируют восприятие бренда. Появились мы? Ага, хорошо. Слышно хорошо, все мы здесь, да? Будет информация для успешных продаж и познавательные статьи журнального формата. Так. Продолжаем. Как нас слышно, видно? Ставьте плюсики. Я журнал сама еще не читала. У кого сложность с видео, с посещением, то посмотрите в записи планерки. Угу. То есть это будет очень крутой инструмент. Один вы будете получать себе в подарок. Первый выпуск, 15-й каталог. Будет вкладываться один. Их можно будет купить по привлекательным ценам, такое количество, которое вам необходимо, сколько вы хотите раздавать людям. Да, у нас будет такой новый инструмент. «Красота как образ жизни». Он прям так и называется. Классный журнал, вообще невероятный. А наши каталоги, каждый каталог, да, показывает до 200 предложений со скидками. И в год компания выпускает 100 миллионов каталогов на 40 языках мира. Круто. Да, все любят журнальчики.
Что будет интересного в журналах, ребят, что нас ждет? Будет не только косметика и аксессуары отдельно. Компания теперь будет нам показывать разные образы, то есть где можно купить одежду, как ее подобрать, чтобы это было все завершено, чтобы не вы думали... от и до. Да, то есть полностью продуман стиль от прически до каблучков, до шпилек. Прописано будет все, какой макияж, какими делали продуктами, какие аксессуары использовались и так далее, и так далее. То есть будут представлены разные образы. Да, это очень интересно, особенно для женщин, потому что иногда не знаешь, да, как одеться, к какому случаю подобраться и так далее. Выступал Юрий Михайлюк. И за 2016 год мы выросли на 9%. Ребят, как вы думаете, это много или мало? За текущее время 2016 года по сравнению с предыдущим годом, и даже если сейчас у нас не только в России, во всем мире складываются такие вот не очень стабильные экономические ситуации. Совершенно нестабильные. Да, совершенно нестабильные. И даже в это время компания Oriflame показывает рост. Вообще сказали, что это круто, Кать. Не просто нормально, а что это очень круто вырасти на 9%, когда другие компании разоряются, падают, да, теряют свою стабильность и устойчивость на рынке. А Oriflame набирает обороты просто бешеными темпами. Это даже видно по формате конференции. Посмотрите, в Египте было 1315 новых менеджеров. Из стран СНГ, не нужно путать здесь полную... Да. Всего было 200 или 2200, не помню, 200. А именно с России и стран СНГ 1315. Вот сейчас будут цифры эти. 2300 в этом году. Из стран СНГ. Представляете? То есть разница получилась в два раза больше, мы увеличились. И компания говорит, что в Болгарии мы ожидаем еще в два раза больше новых менеджеров. Ребята, о чем это говорит? Что несмотря ни на что, все растут, увеличивают свою мощь, свои команды, люди идут в Oriflame и действительно зарабатывают деньги. Смотрите, после первой конференции менеджеров такую статистику выявили, что 15% поддерживают свой уровень и 76% выросли в звании. То есть данные конференции, данные вообще акции идут на благо развития компании Oriflame. Конечно, мотивация увеличивается, да, такая мощь. За прошедший год рост новых менеджеров составил 171%. Мы просто упали. Я когда увидела эти цифры, я была в шоке. В приятном, я в восторге просто, ребят. То есть от, 9, от менеджера 9% до старшего менеджера. До старшего, да. То есть вы тоже можете, потому что растут самые разные люди. Мы в этот раз не записывали интервью, потому что настолько было все динамично и мало времени. Но общались, знакомились по-быстренькому. Ребят, сколько беременных девушек в этот раз было, я вам не могу передать. Я была, знаете, я даже спрашивала, как вас отпустили? И они говорят, а куда они денутся? У нас тут планы такие, роста вообще бешено. Столько беременных, с грудничками были, приезжали. Это вообще что-то невероятное. Но это опять же подтверждение тому факту, что Oriflame – это семейный бизнес. Да. И что можно отдыхать и работать, и путешествовать вместе со своими детьми. Угу. Вот, рост новых лидеров за прошедший год, смотрите, старших менеджеров 39%, директорская команда выросла на 12%, а бриллиантовая 26 новых бриллиантов прибавилось. Ребят, 26 и один новый исполнительный. Представляете? Это вообще потрясающие цифры. Кать, мы записываем, а получится или нет, не знаю. У нас 18 новых бриллиантовых директоров по России. Просто бриллиантовых. Просто бриллиантовых. Плюсуем дальше. 5 старших бриллиантовых. Красавцы, да, посмотрите, все знакомые. Как раз вот и Юля с Артемом Гифнидер. 3 новых, 2 бриллиантовых за прошедший год. Круто? И обратите внимание, здесь фотография, то есть за прошедший год. Сейчас не листнулся слайд. Посмотрите, эту девушку, да, вот она в конце. А Адриана Минасян из Армении. То есть закрыла 2 бриллиантовый уровень и исполнительный.
За один год! Два новых уровня, тем более такого масштаба вообще, просто обалдеть. Выплачено премий. Подожди. Молчу. Помните, в прошлом году на золотой конференции, вы обязательно помните, тоже такой же слайд с цифрами по количеству выплаченных миллионов долларов в виде премий своим лидерам компании Oriflame. Кто напомнит количество этих миллионов долларов? Вы все помните? Напишите, пожалуйста. И в этом году уже на 60% было выплачено больше. Если не помните, полтора миллиона евро было выплачено в виде премий. В этом году уже 2 миллиона евро. На 60% больше. То есть люди стали зарабатывать больше. То есть больше людей стали получать премии от компании Oriflame. Как раз те самые директорские, бриллиантовые директорские структуры. Вообще обалдеть просто. Давайте еще ускоряться. Ну, было классное дефиле. Стали выходить модели на сцену. Сейчас же идет новая акция. Как она называется? Где она? Вот. Вот. Все грани красоты. Все грани красоты. А моделями на данном дефиле были сотрудники компании Oriflame. То есть асмы, региональные руководители. То есть посмотрите, мы какие обалдели. Сотрудники Они у нас в компании работают. Выходят одна с другой, как куколки. Мы думали, это пригласили моделей. Далее, ребят, ближайшие планы Oriflame по поддержке лидеров. Внимание на экран. Так много слайдов я успела сделать вообще, что они ж не листаются. Так. А как нас будет поддерживать Oriflame? В программе, в интернете. Это обзоры каталогов снимают очень интересные. Бизнес-завтраки, wellness-прокачка, обмани свой возраст. Да, эти программы уже мы видели, они уже прошли. Что будет дальше? Да, ранее проводили также масштабные кампании на телевидении с участием звезд, голливудских звезд. По поводу бизнес-завтраков сейчас мы поговорили. Я могу вам сказать, что не только в нашем филиале, но и во всех ваших филиалах проходят такие акции, как бизнес-завтрак. Вы, возможно, о них даже пока еще не знаете, но это не говорит о том, что их нет. Покажите рост, начиная с уровня старший менеджер и выше. Закройте звание, откройте новое звание впервые в своей истории. Продержите необходимый уровень, и вас пригласят на подобный бизнес-завтрак с руководством компании Oriflame. То есть в каждом филиале проходят такие бизнес-завтраки. Участвуйте в них. Ну и новость. Oriflame, чтобы усилить поддержку лидеров, возвращается на телевидение. Представляете? Далеко, 500 километров. Да, бросьте. Галина, вы. Нас когда? В весной на бизнес-завтрак к нашему филиалу за 550 километров, то есть дальше, чем ваш, везли совершенно бесплатно на микроавтобусе всю нашу саратовскую делегацию. Да, 16 человек нас было. Не проблема, 500, 550, 700, 800. Квалифицируйтесь, покажите данный рост. И вас отвезут, накормят, напоят. Просто будет пообщаются очень с вами. Так, следите за новостями. Далее, ребят, смотрите. Ой, прошу прощения. Немножечко может промотать вот это вот, да? То есть компания хочет нас еще поддержать. Сейчас я буду в сокращенном варианте. А у нас будет вау-осень. Если вы помните, у нас было вау-лето. Да, всегда компания давала нам в прошлом году такую поддержку шикарную. Каждую неделю было несколько продуктов с невероятными скидками. И сейчас будет вау-осень, мы уже ждем. Будет вообще очень круто. То есть каждую неделю у нас будет определенное количество продуктов, наборов по супер ценам, со супер скидками, которыми смогут воспользоваться все. У Маши всего 913 километров. Нормально, Маш. На самолете такое вообще круто.
Ребят, что сейчас нужно людям? Почему люди, да, вот идут в сообщество, им нужно отвлечься от работы и рутины, нужна социализация и общение лучшего уровня. Им нужно разнообразить будничную жизнь интересными и разнообразными такими развивающими какими-то занятиями, развивающими именно, да, люди сейчас хотят развития. И давайте покажем людям, что Oriflame это не только красота изнутри, что это доход, это бизнес, это стиль жизни. Это интересное и незабываемое время в их жизни. Действительно незабываемое. Потому что вот как мы сейчас живем с Oriflame, у нас такого просто вот, ну, оно бы не случилось никогда, ребят. Никогда ваше семейное путешествие, которое не вы, сравнится. Да, которое вы со своей семьей проведете, организуете, не сравнится с теми мероприятиями, путешествиями вместе с компанией Oriflame. Вот, что нужно сделать? Свое сообщество, которое вам даст увеличение рекрутирования, потому что вы зовете людей на то, что им интересно. У вас будет повышение активности, потому что люди будут постоянно слышать, да, об Oriflame, о продуктах, о возможностях, да, когда человек слышит одно и то же, он к этому привыкает, он принимает это в свою жизнь, становится соучастником, да, с удовольствием. И благодаря таким сообществам идет удержание ваших консультантов на более долгий срок, потому что им будет интересно, что происходит в Oriflame. Кстати, очень многие ребята, с кем мы разговаривали, девчата, сказали, что они начали работать не сразу, они просто висели в чатах, наблюдали, и потом в какой-то момент захотели принять это в свою жизнь. Поэтому, да, вот если у вас есть чаты, и вы их забросили, ребят, восстановитесь, начните там писать, вовлеките кого-то. И знаете, может быть, кто-то из этих людей сидит там, золотой кораблик запрятался, и он выплывет. Если они момент. Сами не удалились из этих чатов, то значит, у них да. интерес еще какой-то сохранился. Наблюдают. Поддерживайте эту искру, разжигайте ее, и в скором времени кто-то откликнется. Да, девочка одна сказала, ну, у меня была такая ситуация, что я не могла начать работать, мне был ребенок заболел, но я все время читала чат, все время, мне было интересно, что происходит, кого там поздравляют, что они там обсуждают, какие-то видюшки иногда просматривала, а потом ситуация поменялась, ребенок выздоровел, у меня появилось время, я сразу же включилась, потому что мне это было очень близко. Какие темы могут быть, да, у наших вебинаров, встреч, мероприятий? Ребят, да, совершенно разные. Да, вы можете в своих командах говорить вот на такие цели. Комплексный уход за кожей, фитнес, экспертиза в рамках ухода, самосознание, мероприятия красоты изнутри и снаружи, обучение, поддержка, здоровый образ жизни, да, контроль веса. Это, кстати, очень актуальная тема. Да, многие люди хотят выглядеть лучше. И у нас вышел новый сайт, вы можете прямо на него зайти, вот его адрес вы видите, oriflame.ru, как это называется? Slash lifestyle. Вы можете прямо сейчас зайти, посмотреть этот сайт, там после будет планерки. Постоянно, да, после планерки, постоянно обновление, изменения. И еще одна будет сенсация, узнаете, да, наверняка на слайде этого молодого человека. Телеведущего. Телеведущего. Кто узнал, напишите в чате. И у нас открывается, не открывается, а начинается новая программа «Зимний фестиваль. Красота как образ жизни». В твоем городе. Да, именно в твоем городе. Друзья, если раньше компания Oriflame, если мы раньше ехали на мероприятие компании Oriflame, то сейчас компания Oriflame сама приедет к вам и создаст мероприятие уже именно в вашем городе. Поэтому заходите на данную страничку, регистрируйтесь, приглашайте своих партнеров, коллег, друзей, родственников, соседей по дому, там, по квартире. И чем больше людей мы наберем в своем городе, тем больше вероятность проведения такого именно потрясающего мероприятия именно в нашем городе. В вашем городе. Да, в нашем. Всего 6 городов будет посещено компанией Oriflame в России. Поэтому все зависит только от вас, от вашего участия. Угу. Вообще, вот, очень круто, новости обалденные, просто невероятные. И вот было несколько выступлений, тут я не все фотографии, правда, увидела, очень крутых, таких растущих людей. Я вам просто пример приведу. Вот смотрите, доход за первое полугодие 2016 года примерно 1 миллион рублей.
Это вот девочка, да, За обычно первое за полугодие. первое полугодие. Она входит в топ-50 Центральной России, Азии, Казахстана, в топ-5 Северного региона. Купила уже 2 недвижимости в центре города, заработала в Орифлейм семейный бизнес, да, мама. У нее мама в открытом звании старшего директора, муж директор, сестра мужа директор, да, видите, семейный бизнес развивается Тот очень самый мощно. теплый рынок. Да, тоже девочка из декретного отпуска вот так вот попала. Которая уже никогда не выйдет. Да, а вот та самая мама 4 детей из Беларуси, 2 из последних – это близнецы. Кого напоминает вам данная мама из Беларуси? Где тут Наталья Варгина? Наташа, да, она вообще интересная девчонка, говорит, что работала в... Типа в дворе детского творчества. Они живут в какой-то там, я не знаю, деревне, маленький село. Маленький населенный пункт. Да, то есть очень-очень маленький населенный пункт. Угу. Вот. И она говорит, я пришла когда в Орифлейм, захотела сразу свой салон. Салон Орифлейм, где учить женщин салон ухаживать красоты. За собой. Они делают там мастер-классы на таком высоком профессиональном уровне, учат ухаживать за кожей, носить макияж. Тоже у нее очень быстрый рост идет, это 86% рост за год. То есть вообще невероятная девчонка, молодчина. Она говорит, но я вот реально была домохозяйкой с хвостиком и в халатике. А сейчас я мама, бизнес-леди, я просто кайфую от своей жизни и привлекаю тоже всех к этому, обратить на это внимание. Ребят, 2017 год, это уже очень-очень скоро начнется. Буквально, да, 3 месяца, особенный, и он уже начнется. Особенный год для компании Oriflame. И знаете, вот самый лучший подарок для Oriflame будет это ваше новое звание, это ваш новый результат. Какой результат вы себе запланировали на 2017 год? Скажите, пожалуйста. Погоди, чуть позже. Угу. Какой вы подарок готовите компании Oriflame? Кто написал себе? Причем подарок будет взаимный. Вы дарите компании Oriflame свой подарок, и компания Oriflame дарит вам свой подарок. Так, Настя запланировала в подарок Oriflame сделать звание директор. Значит, для Насти будет подарок путешествие. Золотые директора на у нас банкет тут. Директоров, юбилейный банкет директоров в Москву. Так. Для Кати Бахаевой, значит, будет подарок путешествие на лайнере мечты. Угу. И не забываем еще, конечно же, про Болгарию. Сейчас все расскажем. Подожди, ты что торопишься? Все есть. Ребят, смотрите, что вас ждет. В 2017 году вы просто обязаны поехать на мероприятие. Хотя бы одно мероприятие вы должны себе запланировать. И это как минимум банкет директоров или Болгария. Это как минимум. Смотрите, чтобы попасть на банкет директоров, уровень 22% нужно открыть уже в 16-м каталоге. Это крайний срок, при условии, что вы будете каждый каталог последующий, то есть в течение 8 каталогов подряд, удерживать и приращивать этот уровень, ну, как минимум, держать его. Тогда вы попадете на банкет, где вас будут поздравлять. Вы оттуда привезете, не забываем, мотивацию, впечатления, яркие красочные фотографии. А если 2 каталога еще продержите до 8-го, то есть 7-й и 8-й, то вы автоматически квалифицируетесь еще и на поездку на вашу первую международную конференцию в Болгарию. Ты не путай. То есть это если вы в 6-м закрываете, то вы едете на, и банкет. На банкет и в Болгарию. Нет, нет. Почему это нет? 7-й и 8-й обязательно. Тоже держать надо, да? Да. Условия. Помнишь? Ну, сейчас посмотрим. Хорошо. Мне кажется, просто закрыть звание директора. Чтобы поехать в Болгарию, вам нужно выполнить 2 варианта. Первый вариант – выполнить план по кюшкам, исходя из вашего уровня, и по уровню роста, прироста. Или второй вариант – закрыть звание директора до 8-го каталога включительно. То есть вы можете пойти по одному пути, по другому, а лучше сразу по 2 путям. Потому что, ребята, вот слышала, да, кто-то писал в чате, ой, я стану директором и все, по кюшкам не буду выполнять. Я могу сказать четко и понятно, что если вы не делаете кюшки, то есть если у вас нет определенного процента перехода стартеры, да, из них рекруты, из рекрутов кю-рекруты, если у вас кюшек нет, вы не растете, потому что кюшки – это показатель роста. Я извиняюсь, конечно, но кто такими словами оперирует, тот на конференцию не поедет.
Да, кто просто, уже сейчас начинает выбирать, что директором стать легче, кюрекруты для меня слишком сложно, вы не поедете. Честно. То есть, да, посмотрите внимательно условия, определитесь. Потому что вы, может быть, чуть-чуть недопоняли какое-то условие, и из-за этого пролетите с конференции. Будет очень обидно, потому что попасть на юбилейную конференцию, она будет по уровню как золотая. Поэтому пропустить Болгарию – это нереально опасно, потому что следующие такие события грандиозные будут уже не скоро. И сейчас есть время сконцентрироваться. Ребят, перестроить свой график жизни, отложить все ненужные отвлекающие моменты и сконцентрироваться на рекрутинге, сопровождении новичков, поиске активных партнеров. И нужно понимать, конференция для менеджеров, менеджерские конференции, не прописаны в плане успеха. То есть, если банкет директоров, если международные конференции с уровня золотого директора у нас... Подожди. Ребят, нас слышно, видно? Поставьте плюсики. А где ты видишь? Ну, вот висим. Поставьте плюсики. Так, двигаемся дальше. Ага. Друзья, если у нас конференция для менеджеров не прописана в плане успеха, то это говорит о том, что данная конференция у нас временная. Если в этом году она есть, конференция, в следующем есть, то не факт, что через 2-5 лет они будут. Поэтому не стоит ждать очередную конференцию, очередную страну. Возможно, ее даже и не будет. Возможно, компания придумает что-то новое. Поэтому берем, пользуемся тем, что есть. Хватаем птицу счастья за хвост. Золотая конференция нас ждет на двух лайнерах. Два это как минимум, если народу будет больше, компании еще один арендует. Да, об этом уже сказали. Шестизвездочные шикарные лайнеры. Два варианта. Первый – это закрыть звание золотой директор до 4-го каталога. То есть надо уже в 14-м открыться. Или второй вариант – это набрать суммарно 25-22% групп до 4-го каталога. То есть это значит, что у вас может быть 3-4 ветки, которые суммарно... При сложении всех каталогов, да, дадут именно 25. Людмила, сейчас мы скажем, какую мы поддержку для вас придумали. Мы пока с Мишей ехали, решили нововведение сделать в нашей команде. Сейчас я закончу рассказывать. И нас ждет бриллиантовая конференция в Токио. В Токио в 2018 году квалификация уже началась. Нам уже подарили такие наклеечки. Сейчас приклеим везде значки. Такие классные, что я еду. Я поеду, я тормашками показываю. Я поеду на конференцию. Мы решили, что мы тоже поедем. Мы подумали. Мы в Майами, как говорится, профукали, а Токио мы не собираемся пропускать, потому что это будет невероятная конференция, и в момент цветения сакуры в апреле, когда это самое дорогое путешествие в Японию считается, ну, как бы, да, все хотят увидеть это чудо, японцы поклоняются каждому цветку сакуры, для них это событие просто мега важности, крутой. По телевидению. В новостях везде. Да, цветение самого первого цветка. Да, но самое крутое, когда она отцветает и начинается вот это вот осыпание сакуры. Хотите вживую увидеть это? Тогда у вас еще есть время. Потому есть что время. Квалификация началась... В этом каталоге. В этом каталоге уже идет. Один каталог квалификации на бриллиантовую исполнительную конференцию в Токио уже идет. Угу. А, квалификация продлится до 12-го каталога 2017 года. То есть вам нужно прямо сейчас заложить 6 веточек, взять своих родственников, подключить, друзей, договориться с ними о совместном труде, показать им перспективы, что они получат Болгарию и банкет директоров. Есть, а да, возможно, и золотую конференцию. А возможно, золотую, наверное, ну, тоже возможно, немножко посложнее. Но просто. Если за один каталог делают старшего менеджера, если за год делают 6 званий... Миш, я не говорю нет, я говорю, что все возможно, надо будет просто пахать. Смотрите, вы запланируете себе 6 веток, закладываете, и из них растите директорские ветки. То есть это их минимальный уровень. Тогда вы закрываете звание бриллиантовый директор. То есть надо 8 каталогов из 17 показать одновременно, чтобы открывались 6 веток. Ну или второе условие, также суммарное количество 22% групп. Да.
тоже можно реализоваться. И вас вот тоже может дать такая поездка. Мы решили представить нашу команду на конференции в Токио. Мы планируем приехать туда в звании бриллиантовых директоров. Ребят, поэтому мы обращаемся к вам, как к нашим партнерам, коллегам по бизнесу, к людям, которые тоже имеют свои планы, видения и перспективы с нашим проектом, с компанией Reflame. Мы к вам обращаемся за помощью. Мы хотим, чтобы вы заявили о себе ярко, открыто, что вы планируете расти, что вы растете. И вот какая вам нужна помощь, любая, да, уже пришло время расписать четкий план действий и действовать каждый день. Смотрите, мы планируем сделать работу по командам, то есть вести некие соревнования. Сейчас просто физически не успели пока сделать. У нас будут таблички. Все, кто заявится, кто будет работать, естественно, это крупные лидеры, это однозначно будут расписаны все. Далее пофамильно все, кто хочет работать и расти. У нас будет, да, все в открытом доступе. Вы сможете видеть, как развиваются другие команды, как это будет такая мотивация сбоку для всех. Утром вы вписываете план, вечером пишете отчет. У нас будет с каждой командой созвон в скайпе в определенное время, то есть коротенькие такие подведения итогов дня и план на следующий день. То есть мы будем делать разбор полетов, работа над ошибками, корректировка и так далее. То есть это будет быстро, динамично, не то что там ля-ля-ля, тополя, все четко и по делу. У нас будет команда-победитель первая выступать на каждом онлайн-банкете, да, чтобы по уровню, да, кто самым на хвосте, тот и будет самый хвосте. Далее. Но опять же, это не единственное награждение, выступление на банкете ректоров. Самое главное, что нужно понимать, ваше награждение, ваш рост, ваши достижения, ваше признание от компании Reflame, ваши путешествия. Именно это будет вашим основным награждением. Да, но чтобы было все наглядно и понятно, да, и видно, что кто растет, а кто нет. Все будем фиксировать, да, все показывать. Будем фиксировать. Я думаю, это Миша у нас будет заниматься такими табличками, потому что это прям его конек. Далее, смотрите, мы решили, что будем проводить вводники. Не просто вот такие вот, как мы созвонились, поговорили и там 5-10 минут и разбежались, да, с новичком. Мы будем проводить объемные вводные такие части, когда, да, мы сделаем слайды. Мне вот пришла такая идея, пока я летела в самолете, на меня что-то там снизошло, наверное, я была близко к высшим силам, да, на меня много идей свалилось. Да, я прям сегодня сделаю слайды, потому что у меня есть четкое видение, то есть как сразу включить человека в работу, сделать заказ, потому что когда это на слух, человек воспринимает иногда плохо, не все, некачественно. Нужно визуально. Да, чтобы визуально видеть. Они это видят. То есть мы будем собирать группы людей по несколько человек на вводник, да, созваниваться, и показывать по слайдам, разговаривать, знакомиться и делать сразу запуск. Это мы сделаем прямо сегодня, и уже сегодня вечером мы запустим такие вводники. То есть я предлагаю прямо сегодня уже собрать всех своих новичков и записать их на вводные встречи. Я их начну проводить, я их буду все записывать, чтобы наши спикеры потом быстренько включились. Я думаю, что вам нужно будет в скайпе, Олесь, в скайпе, чтобы каждому можно было дать микрофон. Потому что в комнате не каждый может взять микрофон, кто-то постесняется. Да, это уже следующий уровень в комнате брать микрофон. Вот, и еще одна новость. Мы приглашаем всех переехать в Телеграм. Мы уже создали там чат. Было очень удобно, потому что у меня лично на телефоне скайп вообще не работает. Он висит. Нет, он работает, но он висит. И уже при взаимодействии с компьютером будет технически сложно, когда огромное количество сообщений, огромное количество слайдов, слайдов, чатов, то здесь уже телефон будет, вообще каким бы он супер навороченным ни был, он у вас будет висеть. Мне очень понравился Телеграм, не знаю, почему мы раньше не переехали, я о нем уже давно слышала, там все просто, все понятно, да, он работает, круто вообще.
И очень удобно. И ролик записал, туда скинул, и фоточку, и наговорить текст Но опять же, можно. это не говорит о том, что мы окончательно перебираемся в Telegram. У кого-то имеется возможность перебраться, у кого-то нет. То есть мы активность в Скайпе также будем поддерживать. Но в Конечно. Телеграме удобно 5000 человек в одном чате. Вся информация всегда быстро, Сразу. да, быстро у нас на телефоне, в компьютере. В компьютере можно установить Telegram, можно зайти с браузера, с веб-версии. Поэтому здесь уже все будет намного удобнее. Круто, да? Поэтому активненько всех своих созванивайтесь, зовите всех в новый чат, чтобы люди заходили, чтобы общались. И в чатах нужно, ребят, бомбить. Вот просто бомбить, писать динамично, что я делаю, что у меня получается, переписки там какие, работа с возражениями, идеи какие-то, как вы в акцию кого-то вовлекли, сами выполнили, подарок получили. То есть чат должен быть настолько живой, улетный просто, чтобы вот люди действительно вот включались, пропитывались этой энергетикой. Вот я вам не буду говорить про акции, которые идут в этом каталоге. Вы их все прекрасно знаете, это уже заезженная тема. Поехали дальше. Да, просто смотрите, у нас сегодня четверг, пятница, суббота. 3 дня до закрытия каталога. 3 дня. Ребят, вот именно в следующем каталоге акции реактивации не будет. Надо на этом сконцентрироваться, да, чтобы разбудить как можно больше людей. Потому что если вы их разбудили один раз, они, возможно, да, дальше продолжат свою активность. Если вы вовлекли человека в акцию со СПА-программой, то вы гарантированно себе получаете 2 каталога подряд. Человек будет делать по 50 баллов, и в третьем каталоге как минимум 10-бальный заказ он сделает, чтобы забрать свой набор СПА. То есть вы таким образом поддерживаете активность команды. Всеми способами доступными. Потому что если вы людей регистрируете и отпускаете их в дальнее плавание, то они просто могут не знать об акции, Не вернуться. и они уплыли и не вернулись. Все правильно, к сожалению, да, пересели на другой корабль. Нам нужно, чтобы люди с нашего корабля не сходили. И если уж кто-то исходит, то только потому, что он сошел с ума. Ну, я имею в виду, неадекватные бывают люди, пусть они сходят ради бога. Но люди, которые пришли на вас, на бизнес, на зарплату, на доход, на путешествие, ребята, вам нужно их вовлекать. Нужно учиться быть действительно проактивными, вовлекать людей так, чтобы они оставались, и не просто оставались рядышком, а чтобы они вместе с нами развивались. А как людей заинтересовать, заинтриговать? Ну, конечно же, деньгами. Кать, ну как она могла на 33 Зарплатой, балла скинуть? исполнением своих мечт, целей. Как она могла на 33, когда четко 35 баллов дают тушь? Что такое 33 балла? 2 балла не хватает. Я вообще в шоке. Ребят, какие у вас сейчас сложились, я не знаю, там идеи, может быть, у вас что-то закипело, включилось, может быть, энергия поперла? Расскажите, пожалуйста. Потому что у нас сегодня по плану, это я готовлю слайды для водника, Миша делает таблички для команд, чтобы уже можно было удобно видеть всю информацию У нас по вместе. плану еще перебрать все фотографии, чтобы Да, в для скорейшем всех. времени, да, их выложить, чтобы все их вы могли использовать в командном брендировании. Видео загрузить. Да, видео еще, кстати, очень много загружено. Да, 60 гигабайт фото и видео. Видео нет, Ален, я просто запишу фишки, как она рекрутирует, какие она мне сказала, потому что она в семинарах этого не говорит. А я ей говорю, ты мне прям покажи, как ты делаешь. И она мне показала одну фишку, вторую и третью, 3 фишечки. То есть Или 4. на основе этих фишек Лиля проведет семинар. Да, кстати, проведу, наверное, прям Да, быстро надо. проведу или прям запишу просто ролик, чтобы можно было смотреть. Ребят, как у вас настроение? С чем для вас была полезна наша встреча? Ну, вот как могли быстро все собрали, все. Нереально быстро, огромное количество, конечно же, информации не сказали. Все, 11:20 я не уже. знаю, невозможно рассказать за 1,5 часа ту информацию, тот объем увиденного, эмоции, которые мы прожили, прочувствовали за, я не знаю, не могу сказать, сколько дней мы там были, за то время, которое мы были вместе с компанией Reflame. И даже если
Вы считаете, что конференцию перенесли с Сочи, точнее, с Турции в Сочи? Честно, у меня было такое ощущение, как будто мы находимся в Турции. Мы в Турции были в прошлом году, и абсолютно все то же самое. Горы, пальмы, буйство зелени, красиво. Море, пляжи шикарные. Даже инфраструктура еще круче. В связи с тем, что в Сочи проходили Олимпийские игры, там еще круче, чем в Турции. Угу. Поэтому мы очень рады, что конференция прошла в Сочи. Ну и, конечно же, Болгария на будущий год удивит еще больше. Я прям хочу в Болгарию. Вы знаете, вот если изначально как-то я не увидела, что, да, вот в нашей команде кто-то там загорелся и попёр, ребят, я от вас теперь не отстану, в Болгарию поедем. Это легко. Ребят, делают такие люди, я просто поразилась. Начиная Вы от точно молодежи сделаете. И заканчивая пенсионерами, огромное количество людей совершенно разных. И все они сплочены вместе с компанией Reflame на таких мероприятиях, на таких организациях. Сочи-то не зажглась. Ну и зря. В Сочи было круче, чем я думала. Если честно, я сначала расстроилась, что нас в Сочи отправляют. Но вот сейчас, я говорю, это одно из лучших приключений в нашей жизни. Одно из лучших. Вот настолько это было круто. Конечно, надо быть, чтобы это понять и прочувствовать. Ребят, всем спасибо за внимание. Вам мощных таких результатов, вообще классных. Я вот купила в Сочи такой колокольчик здесь вот. Такой, как фонарик сделан, и здесь везде картинки Сочи очень красиво. И вот этот звоночек будете каждое утро слышать, да, пусть он в ушах у вас стоит, что поднимайся, иди и делай. Делай много, делай больше, с каждым днем увеличивайся, расширяйся и вовлекай как можно больше людей в свою команду. Роста всем мощного. Реализация, да, как в школе. Как в школе звонок, только не на урок, не на перемену, а на быстрый-быстрый, стремительный рост к новым достижениям, путешествиям, к новой жизни. Друзья, всё, я хочу быстрее слайды начать делать. Подожди, подожди, еще один момент, который у меня до сих пор в голове так крутится, как Юлия и Артем Гифнидер нас как родных. Мы с ними я уже общались тоже. В Крыму очень долгое время. Сейчас их увидели. Они как родных нас. Ребята, пошлите быстрее в бриллиантовую команду. Восстановитесь быстрее бриллиантовыми директорами. Вы даже не представляете, насколько изменится ваша жизнь. Вы просто даже, да, у меня тоже. Вы просто даже в самых лучших красочных снах не видели тех возможностей, того результата, который можно достигнуть, получить, будучи бриллиантовым директором. Ну, ребят, ну все, давайте, я пошла работать, у меня уже руки чешутся, у меня уже Инстаграм ждет, мне надо позвонить нескольким людям уже. Всем спасибо, ребят, до встречи, мы теперь, пока, да, пока. Я думаю, каждый день будем связываться, поэтому еще ненадолго прощаемся. Пока. Где там? Thank you.